Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на Талантика Жох. Очень многие спрашивают, кому его ставить. Честно говоря, уже надоело. Ну и плюс отвечать на этот вопрос. И плюс у меня еще прокачались некоторые герои. Поэтому решил записать повторное изменение на данные Талантики, кому можно ставить. Так, ну, РТшка это не окончательный вариант. Для него, скажем так, он, в принципе, с одной стороны интересный, потому что он ставит сам по себе на защиту при срабатывании его умения от негативных эффектов. Плюс, ну, это психощит. Плюс еще можно поставить психощит, плюс ожог. Ну, интересная сборочка, но, честно говоря, оно вам не надо. Следующий, Бигфут. Недавно мы его прокачали, понравился. Можно его использовать в PvP локациях, то есть намного лучше, чем с бастом выживаемость. Еще хочу с каменкой потестировать, но получше этот талантик на нем смотрится, чем бастион и бывашка. Повелитель дырочек с ожогом тоже очень хорош, урона у него очень много, а вот выживаемость плохая, поэтому тоже прокачал ожог, ну, смотрится довольно неплохо. Череп как вариант, у меня на нем стоит еще доспех, очень сложно его убить. Душегуб, многие уже видели такого душика, уклонение, если прокачать в потолок, плюс слона поставить, плюс меч молнии, будет очень неплохо на PvP локациях, на арене, то есть даже на битве гильдии его тестировал, неплохо ему заходит. Анубис, PvP-шный вариант, один из топовых вариантов для королевской битвы на алтарях, для забытой, для атаки фортов. Неплохо смотрится на нем. Если в пачке есть тем более ворожей, который снимет молчанку вовремя, в принципе, становится неубиваемым. Один из основных это Ронин. Для Ронина это один из топовых талантов для битвы гильдий. Потестируем еще другие варианты, но с этим вариантом реально можно пройти любого топа, слить ему 50-70% зданий свободно питомцам. Также прокачал на стрелке, тоже смотрится неплохо. У стрелка понижение, плюс не срабатывание благодаря ожогу, еще по нему урона тоже офигенно смотрится. Ролинубский вольт, точнее не вольт, а некрос, решил просто прокачать, не знал уже что ставить, у меня их там получается 10 талантов, еще возможно буду скоро еще одного качать с новыми талантами. Ну такая вот сборочка, обзор вы видели, для него талантик не очень особо заходит, но как вариант в некоторых ситуациях может тащить. Рино, один тоже из последних прокачанных. Для Рино офигенно зашел этот талант. Топовая сборочка, тоже неубиваемая. Ну и ворожай прокачан был против Фрей, и для него вот с ожогом против Фрей намного лучше стоять, чем с каменкой там, либо другими талантиками. Его использую тоже сейчас больше, чем с каменкой даже. Так, кому бы я еще этот талант прокачал? Давайте так, ну в чем суть данного таланта, многие спрашивают. Талант защищает вас от любого урона в течение 1 секунды, кулдаун 2 секунды. То есть на героях, у которых очень хороший деф, либо уклонение, либо инвиз есть, то есть он пропадает, как Ронин, там, допустим, пропадает, как заклинательница. Неплохо будет смотреться. Кому бы я еще прокачал из своих и прокачаю в дальнейшем? На Хранителя обязательно потестируем. Дальше, на Фрейе, у меня на Китайке на Фрейе есть, мне очень понравилось. Буду ждать скина, не хочу еще одну Фрейю вкачивать. В принципе, без надобности хватает с бастионом и замедлением для этого. Седна, ну, тоже как вариант можно прокачать. С каменкой ей хватает с головой всего, ну, можно тоже поставить.
Дальше, капитану Дрейку. Возможно, когда-то впилим вместо другого Таландика, вместо этого Ярости Небес. Ну, пока Ярость Небес тоже нравится на нем и на многих героях. Так, дальше, Вольту поставим в дальнейшем, тоже ради теста. Так. Думал малышу Нику вкачать, но потом передумал. У меня малышник с огненкой для дефа и с бастом. Для Тессы тоже неплохо смотрится. Возможно, вкачаем вместо ремочки. Пока ремочную сделал для PvP режимов тестирования. А так тоже подойдет. Так, кому еще? Ну, можно попробовать одержимому. Тоже будет интересный вариант. Но опять же, это при условии, что у вас против вас не будет стоять там ара, который просто заблочит талант, либо будет у вас ворожей, там Рудольф, которые смогут снять молчанку. Так, ну давайте, вот есть у нас Ронин, вот он собран уже, ставим его кубок, потому что многие, чтобы понимали, в чем суть. Ронин прокачан на уклонение, но у него, правда, скилл уже прокачанный. Немножко не с той стороны напал сразу на хранителя. На хранителя нападать не надо. Вот он, Дронин, уходит инвиз. Как только он появляется, герои сразу же его бьют. Соответственно, они... Вот видите, вот слился. Если хотите качать Ронина, не качайте ему скилл. Битву гильдии. Сейчас найдем кого-то другого. Так, хранитель. Вот можно здесь, в принципе. Вот он. По нему будут сейчас бить. Он сразу уходит, срабатывает. Как только он появляется, получается, срабатывается его талантик. Соответственно, его просто не могут убить. Особенно этот талант хорошо, когда вас бьет много целей, например, бьет стрелок, там Фрейя бьет своими голубями. Вообще нормально заходит. Вот сейчас опять на хранителя упремся. Вот хранитель включился, и мы сразу начали нормально проседать. Ну, вот 100% набрали. Давайте еще поищем расстановочку со стрелком. Так, Фрейя седна. Не вижу стрелка. Вот есть стрелок и ара. Вот сейчас попробуем. Ара заблочит. Миссанул. Вот смотрите, срабатывает у стрелка его, эти вертолетики сразу же бьют его. Они наносят очень мало урона, и благодаря этому талант активируется. Все, стрелка просто... А вот Фрейя начала долбить. Вот Фрейя может снести там, может такого Ронина снести Фрэнки. А так, в принципе, даже вот смотрите, против Фрейи ее голуби быстрее бьют, наносят мало урона, и все. Можем выпустить ворожея. Вот видите, миссует очень часто. Сколько она уже ударила, но она... Ворожая с огненкой слить не может. Смотрите, сколько он уже против нее воюет. Мисс, мисс, мисс. Опять голуби активирует талантик. Плюс у меня сейчас на нем не стоит психощит. Еще ставите психощит. И такого ворожая очень сложно будет слить. Так, кого еще потестим? Давайте еще кого-то возьмем. Так, 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 так. Вот Бигфут есть.
Давайте сразу кинем, правда, может слиться, если будет срабатывание. Он убил Сабхрона. Плюс тыковка там разогнала, конечно, бешено. Но урон держит. Сейчас попробуем где-то еще. Так, тут. Ну-ка попробуем так вот загнать. Видите, очень много миссов. Он себя нормально подзаряжает еще дополнительно. Прибежал Анубис. Вот смотрите, какая выживаемость. Ворожай, конечно, сейчас у нас урежет. Не дают просто включиться ему. Но сколько он урона выдерживает, ребят. Что там, он стрелка снес? Один раз, ну, против ворожая со стрелком. Минуту продержался, в принципе, это уже результат и показатель очень хороший. Стрелок. Давайте стрелка протестируем. Так, тут есть стрелок. Вот есть стрелок. Неплохо было бы сюда еще Рудольфика поставить. Надхил. Вот Фрея бьет тоже. Видите, Фрея сколько раз уже ударила. Еле-еле, смотрите, какая против таких героев. Тоже, в принципе, был бы у нас еще подхил. Давайте сейчас поставим сюда. Так, Рудольфа. Поставим в кубок. Вот видите, Рудольф сработал. Против нас череп. Второй эволюции. Ну, он даже не смог ничего снести. Так, тут сейчас нас должны завалить, по идее. Ну, смотрите, насколько герой просто стал выживать намного лучше. Смотрите, что делает стрелок, ребят. Сколько он держит урона. Это просто жесть. Практически Рину слил. Ворожея слил. Вот вам ожог. Смотрим. Вот против нас еще дополнительно стрелок. И против нас Бигфут. Все равно они нас не могут так быстро слить. Ну, как-то так. В принципе, думаю, все. Вы так в основном увидели, кому можно ставить. Пишите комменты, пишите, на ком вам еще потестировать. Возможно, вы хотите еще на ком-то увидеть. Подписывайтесь на канал, обязательно делайте репостики, чтобы другие люди тоже смогли увидеть, что надо кому ставить. Всем пока!